Всех приветствую, с вами Android. Android, сегодня у меня на обзоре игра, которая называется Рок-звезды земель У. В данной игре вы будете играть за любимых персонажей, это Финном и Джейком. Вот. Выполнено все очень красиво, нарисовано тоже великолепно. Но геймплей достаточно простой и, мне кажется, увлекательный. Для фанатов понравится 100%. У нас есть определенные уровни, которые мы с вами будем проходить. Что мы должны с вами делать? Сейчас вы сами в этом увидите, что им нужно сделать. Игра полностью, как вы видите, на русском языке. Наша основная задача — выбивать ритм в определенный момент. Вот конкретно сейчас, смотрите. Так. И то есть я просто касаюсь экрана, когда это нужно. Держу кнопку, когда это нужно. Если я промахиваюсь, мне очки не засчитываются. Поэтому вот таким вот образом мы будем в данную игру проходить. А в игре более десятка оригинальных песен, которые придуманы специально для данной игры. Очень прикольная игрулька, фанаты будут в восторге, я думаю. Я, в принципе, сам мультфильм это никогда не смотрел, видел так мельком, но мне даже самому понравился сам графический стиль, сделано великолепно. Уровней очень много здесь, давайте я вам сейчас и другие покажу. Вот, допустим, уровень, какой тут уровень, вот, допустим, вот здесь вот. Так, что это такое у нас, давайте нажмем, посмотрим, я даже вроде сам не запускал. Этот уровень очень угарный и прикольно сделан. Звуковые эффекты, звуковые вот это все. А, я это проходил. Наша основная задача — это, так сказать, вытягивать руку в тот момент, когда вылетает два мяча. Давайте сейчас это сделаем. Это как бы типа тренировки. Нам объясняют, что нужно нажимать. Так. Итак. Вот подходят вот эти мячи. Они соединяются энергетически. Мы нажимаем, и у нас появляется надпись Perfect или Good. Это чем круче мы с вами нажали. Perfect — это совершенно, а Good — это хорошо. Вот, и таким образом будем проходить данную игру. Хоть и сам, так сказать, геймплей вообще не затейливый, достаточно интересно сделано. Давайте перейду к плюсам и к минусам данной игры. Плюсом является: очень красиво все нарисовано, реально как будто вы играете в этот мультфильм, да. Звуковые эффекты, все-все. И русский язык тоже, я считаю, огромным плюсом. А минусом является то, что слишком все просто. Просто тапайте, нажимайте, и все, больше делать не надо ничего. Так, вот конкретно здесь нам нужно отвечать на вопрос вот этого чувачка, вот этой крыской, да. Три раза подряд нам нужно это сделать. Ну что, давайте попробуем это сделать. Итак, приготовились. Не получилось? Итак? Не получается у меня. Давайте попозже. Вот, у меня получилось. Вот и сама такая игра. С вами был Android Андрюдыч. Играйте только в самые лучшие игры.